Всем здравствуйте, ребятки, кто зашел на мой канал. Так, я зашла в органические продукты. Вот беру яйца по скидке. Не знаю, девочки, в чем проблема. Видите, было 5.15, 2.58 сейчас. В два раза, значит, сократили цену. Вот возьму. У нас яйца идут, тем более я хочу на выходные спечь пирог яблочный. Новый рецепт нашла на YouTube. Хочу попробовать этот рецептик. Такая упаковка красивая, просто прелесть. Сейчас у Тани спрошу, у сестры, может, и тоже яйца им нужно. В такой цене почему не взять? Так, вот мое любимое молоко. Ой, девочки, такое молоко просто. Просто объедение. Я уже говорила об этом молоке. Сбивается просто, вот сбивается масло в конце. Представляете? Вот как-то оставалось немножко молочка. И вот я взбила, и получился кусочек масла. Обалденное вот именно это. Это молочко. Сколько оно стоит? 5,59. Так, сейчас я позвоню сестре, узнаю, хочет ли она яйца. Сейчас я остановилась возле специй. Так, но зира я не вижу. Она заказала, спросила, если есть зира. Нету зира. Я даже, ну, не знаю, как правильно перевести, так, смотрю. Ну, в общем-то... Не нахожу. Смотрите, ой, манго. Наверное, вкуснятная. $8 стоит. Это тоже манго. Но вот это более такое, да, привлекает. Хочется вкуснуть, Итак, что я взяла? Девочки, молоко. Да, она захотела. Так, взяла молоко. Две упаковки яиц. Ей взяла. Значит, нашла я овес. Для Лилуши буду проращивать и так давать ей. Так, взяла паприку копченую, нужно добавлять некоторые блюда. Взяла Дейлу кешью, взяла горошек желтенький на супчик гороховый. Вот это очень вкусно, очень. Крембери. И взяла лавровый лист. Все, органик. Все, и буду выходить. Ну вот, посмотрите, почем нынче хлеб органик. Вот, смотрите. Булка 7,25. Есть по 5 вот такой хлебушек. По 5. Там скидочка идет на доллар. Так, вот такой хлебушек. 5, 6, 6. Ну и все. А темного такого, конечно же, нет. Как наш бородинский. Ну, я взяла в нашем магазине наших продуктов. Взяла бородинский. В общем, приеду, покажу еще, что я взяла там. Я ехала за семечками, но семечек моих не было любимых. Вот, взяла, значит, селедочку, килечку, хлебушек черный. И что еще взяла? А, и раскрыла, там было два вида семечек, я раскрыла, попробовала, нет. Ну, пришлось покупать, куда ж деться. Пришлось покупать. Вот меды, медик. Ну, вот видно, что натуральный. Видно, вот такая баночка, $12 стоит. Вот такая $18. Я не буду читать, с чего он
сделан, девочки. Ну вот, смотрите, видно, что натуральная. Сколько здесь цена? 20 65. Ну вот, видите, можно и медок тоже купить натуральненький, без проблем. Все, я к выходу направляюсь, потому что у меня еще Sam's Club, оптовый магазин. Мне нужно купить Леройчику, его закусочку. Вы уже знаете. Покупаю 2 упаковки на месяц ему. Тоже цена поднялась. $25 одна упаковка стоит. Так, ну на сколько здесь будет? Наверное, на долларов, наверное, 40. Сейчас посмотрим здесь. Не знаю, что это за тетушка. Может быть, первая, которая открыла эту сеть. Маргарет Айсери. Не знаю. Фаундер. Наверное, да. Скорее всего. Вот так, видите, приятный такой магазинчик, хороший дизайн, люди есть, но нет толпы такой, как в Walmart'е. Вот. Окей, все, иду расплачиваться. Так, ребята, я угадала в этот раз. Смотрите, у меня, значит, счет 41.64, а у сестры 39.95. А я сказала 50. Ну, там получается доллар, да, какое-то расхождение. Ну, в общем-то угадала. Так, сейчас я иду брать чай на ресторанчик на вынос. Ой, то беру Тейла любимую еду. Вот. И себе заодно возьму что-то. Итак, я в ресторанчике вот начинаю уже накладывать для Тейла. Все по чуть-чуть, все понемножечку. Я уже знаю, что он любит. Мы здесь периодически бывали. Ну вот, немножечко креветочек отварных. Немножко такого мяска, брокколи. Сейчас рисик положу ему. Ложечку рисика. Вот сюда. Вот так. А я себе сейчас возьму креветку. Вот это моя любимая креветочка. Сейчас закончу с Дейлом. Порцайкой. Так, идемте, еще что-то вам покажу. 4 ребрышки. Вкусные пробовала. Лососик. Вкусный. А вот это вообще масляное, обалденное. Что это? White fish, белая рыба. Вот это вообще тает во рту, ребята. Вот такая вкусняшка. Так, сейчас как же взять? Сейчас хочу взять белую без косточки. Вот это обалденно. Я тоже себе возьму кусочек. Вот так. Это курочка. Да, это курочка. Вот один кусочек возьму, да, курочку такую. Ну, вот, видите уже, как выглядит. Порцайка. Дальше, что он еще любит? Вот эти завитушки. Вот эти вот штучечки. Там крем-чиз. Модел обожает. Вот я им сейчас наложу, накладу его любимые вкусняшки.
Вот так. Я думаю, достаточно. Это креветочки, но в сильной панировке. И получается, что практически одна панировка в этих креветках. Две штучки положу. Так. Здесь суши, пожалуйста, суши. Ешь сколько хочешь. Ну, такие, конечно, дешевенькие суши. Но все равно. Раньше были стейки, не знаю, готовят они стейки. Кибачи. Да, что-то готовят, да. Наверное, просто я пришла поздно после работы. Вот наш любимый супчик, но суп я не беру. Вот этот, обожаю их, не суп. Куриный, ну, на бульоне с яйцом. Я не знаю, как он готовится. Я пробовала найти на YouTube рецепт, но нет. Я так думаю, крахмал добавляется, не знаю, как он готовится. Вот его порцайка. Получилось огромное. А вот типа наши вареньки с мясом китайские. Кстати, очень неплохие, напоминают наши. Так, глазурированная курица. Ну что, одна панировка. Надо. С этой курицы толку никакого. А вот так, два кусочка. Так, а это кто у нас тут? Тоже терияки чикен. Терияки чикен. Такое все красное, не буду я брать это. Вот это тоже одна панировка, сухари. Девочки набирала, и мальчики. Вот такая порцайка. Так, посмотрим, сколько будет стоить. Думаю, долларов 40. Посмотрим. И десертики. Значит, что здесь? Мороженое у нас. Шоколадное, микс ванильное. Так, фрукточка, киви, бананчик, лимончик. Вот это надо сделать желе дома. Дынька. Что, персик консервированный. Ананас, виноградик, пироженки эти вот неплохие рулетиком. И вот это кофейное, очень вкусненько, вот это вот пироженка прелесть. Вот так на весы. 28.45? Окей. $30, окей. Следующая остановка Sam's Club, оптовый. Все быстро, быстро, быстро надо делать. Уже под закрытие. Надо бегом. Так, что мне здесь нужно? Мне нужно здесь. Таня попросила сливки купить. Заказали тортик. Надо купить сливки ей. И Лерой закуску. Так, Хэллоуин, Хэллоуин. Ахахахаха. Уже Крисмас. Так, 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 все бегом, наряды под праздник для детей. Вот, чуть-чуть вам показываю, так, где эта секция для животных, вон она. Заходим, так, интересно, удивят ценой. Или вообще нету этой закуски. Так. Есть. Есть. Цена не поднялась. $25. Вот видите. Два пакета беру для Леройчика. Он тоже уже в экономном режиме. Я раньше ему брала 3 пакета на месяц. Сейчас надо немножечко поэкономнее ему, потому что цены будут здоровы. Вот. Вот там $50 только на собаку, на эти закуски.
А сколько он мяса съедает? Да, сколько воды выпивает? Да. Все остальное, девочки, пробовала брать всякие вот эти вот наггетсы, всякие косточки, ничего. Вот эти штучки, ничего он не ест, не грызет. Где-то еще что-то ему брала, но уже не будем возвращаться, наверное, там. Вот, ничего не любит. Вот эта сторона для кошечек. Ну вот, может быть, кому-то интересна цена. Вот такой коробочка стоит 30, считайте, $8. 48 консерв. Вот так. Может, кому-то будет интересно узнать цену. Да. Ну что, вот пройдемся сейчас по этим. По этому ряду машины, кофемашины. Свою я еще не починила. Ой, что-то она перестала делать пенку на эспрессо. Я вот смотрю DeLonghi. Не знаю. Эспрессо-машина. Легкая такая. Не знаю, что-то я не доверяю. Я уже как-то у вас спрашивала. Посоветуйте мне кофемашину. Но, девочки, тоже вы мне советовали, конечно, цены там бешеные. 300, 500 и так далее долларов. Кофемашину. Я, конечно, не могу сейчас себе это позволить. Обойдусь, правильно? Вот штучка хорошая. Ниндзя. Сейчас нет до кофемашины. Все, и больше выбора нету по машинам. Вот так. Скудненько, очень, очень скудненько. Что говорить. Так, десерты. Десерты. Вот эти я брала, она мне понравилась. Вот эта печенька. Ну, вроде бы ничего, но тоже что-то какое-то оно... По другому рецепту, суховато. Итак, идемте посмотрим фрукты. Кто-то мне написал: Лиля, что это вы фрукты, что ли, не едите овощи? Все мы едим, только не всегда оно же закупается, что-то же есть дома, поэтому не всегда идет полная, как говорится, закупка, а частичная. Так, вот, может быть, картошечку взять. Я взяла там пакет красный. Вот, сделала. Сделала оливьешку. Смотрите, вот такой пакет. 4,72. $5 всего лишь. А красная подороже. Видите, 9. Красную я взяла. Ну, я красную не очень люблю. Лучок. Вот такая сеточка. Неплохая сеточка, $6. Я так округляю, девочки. Сок морковный, да? Морковный? Не, оранж. Не надо нам оранж. $6 сачок. Так. Фрукты, ягоды. Что у нас? Малина, разбери. Неплохо, $5. Нет, 6. $6. Слива, но твердая. Не хочу. Брокколи, коулслоу, капусточка просто нашинкованная. Вот, и можно уже ее, как говорится, окислять, да? Смотрите, такой пакет всего лишь $2. Отлично. И морковочка есть. Опачки, и закваска пошла. Не надо стоять и шинковать. А, вот морковный сок. Вот я его любила. Сейчас уже не покупаю.
экономлю, девочки. Вот морковный, вкусный, хороший сок. Натураль. Натурель. Шпинатик молодой. 4 доллара. Большая коробочка. Виноградик. Мне дали лучше взять виноград. А вот это мой любимый. То, что кисленький, щипит язык. А цена, девочки, 13,52. Цена большая. Хлеба нам не нужны. Здесь, видите, хлебушек подешевле, конечно, чем органик. Ну, вот симпатичные, на такие булочки. Если были повыше делали, можно было бы делать суп в булке. Вот. Так симпатично очень. 6 долларов. Это 2 доллара. Нет, рубль. Доллар 50 штучка, да. Так. Десертики. Вот этот тортик очень вкусный. Вот очень. Очень-очень, девочки. Объеденье. Я не очень люблю американские десерты. Что они очень похожи друг на друга. В основном они используют на всех десертах, как его, господи, тесто это. Слушайте, вышло с головы. А, ну вы поняли, да, какое тесто. Обалдеть, слушайте, с головы вылетело. Я в шоке от себя. Как можно забывать, а? Как можно забывать слова? Так, вот это вот тоже вкусненькое. Наполнитель джемовый. Это с вишней. Ну, вот возьму с вишней, наверное. Это яблоко. И яблоко, да? Возьму с вишенкой. Вот этот вот зажаренный возьму. Поджаренный. Так, медленно направляемся уже к молочным изделиям. Мясо не беру. Мясо целая куча. Это для пацио всякие. Креветки с макаронами. 11 долларов. Не беру. Так. Морепродукты. Смотрите, хвосты лобстеров. Можно взять, смотрите, 21 доллар. Мне кажется, хорошая цена. Креветочки тоже, смотрите, огромные. Видите, смотрите, моя рука. И какого размера креветка. Обалдеть. Ребята, тигровая, что ли? Тайгер, да. Тигровая креветочка, 24. Тоже, мне кажется, что можно себе позволить такую креветочку слопать. Но я себе уже набрала. Это отварные эти крабовые палки. Вот это вот неплохая, да, порцайка такая. Ой, ну хвосты вообще, ребята. Ну ладно, не берем. Проходим мимо. Вот, кстати, видите? А, это краб мид. Я думала, это селедку вам показать американскую. Вот крабовое мясо. 25 долларов. Есть селедка, но она в каком-то сладко-винном соусе. Мне не нравится. У нас же солененькая. Вкусненькая. Уже 29. Этот гуляш. 20 жирком, 27. Так, цена за паунд. 3,82. Не помню, какой был в прошлый раз. Рыбу ассортимент я вам показывала, но, конечно, это все не то. Я не знаю, есть ли у нас здесь, как говорится, такие базары, где продается живая рыба. Надо будет у девочек спросить, может, у нас и есть где-то.
А я и не знаю. Летом были базары фруктовые, овощные. Тоже мы не ездили, вернее, я. Нет времени на все. Так, где же эти сливки дали мне? Да если же их нету, вот будет. Слушайте, нету слив. А, вот. Вот есть маленькая. Отлично. Отлично, 3,52. Может себе взять супчик, крем-супчик делать. Может в кофеек добавлять, да? Наверное, я возьму тоже себе. Цена-то небольшая. Так. Ой, крем-чиз сделку. Два дня не давала ему крем-чиз на завтрак. А булочка разрезанная на две части. Я покрываю крем-чизом. И затем небольшой слой джема. Все. Типа истерика, Лиля. Все такое. Недоработка. Тема крем-чиз. Я говорю, Дэл, надо купить. Закончился. Так что вот так, да, при тюбе. $8 крем-чиз. Сколько здесь? 4 штучки. Так, супы, супы. Лобстер. Может взять ему лобстер, Дэлу. 2 упаковки. Считайте, $10. $5. Вот такая бадья. Ну, оно вкусненько. Вот то, что я вам рассказывала. В Red Lobster такие супы, супы подают. Что я вам хочу сказать? Ничем не отличается от этого массового приготовления. Возьму. Давно ему не брала. Пускай будет, как говорится, на скорую руку. Я приезжаю, и нужно сразу его кормить. Есть что-то готовое, сразу даю. А бывает такое, что нужно быстренько что-то приготовить. Так, возьму заправку. Вот это наша любимая заправочка в салаты. А, вот. Вот селедка, пожалуйста, вам селедка. 6,48 селедочка. Вот такая баночка. Ну, видите, вот, в винном соусе. Вот пробовала я, когда у нас не было, как говорится, нашего магазинчика. Пускай он небольшой будет, но то, что вот нужно, зачем соскучилась я, например, там для меня есть этот продукт. Печенюшки, ничего не смотрим, все есть. Крекеры, я имею в виду, надела. Я-то их не ем. Похожа женщина на нашу. Даже по походке. Потому что виляет бедрами. А здесь не виляет. Или же виляет только в определенных местах. Так, ну что, идемте на самообслуживание. Сейчас я снова попытаюсь определить, на какую сумму. Так, ну да, только вот это вот на 50. Ну давайте сделаем на 100. На $100 вот это все дело. Итак, кто угадал вместе со мной? Ребята, 104,18. Опять неплохо, неплохо, Лиля. Все, расплачиваюсь. Итак, 102. Вычли за членство $2. Скидочка. Ну, хорошо. Тоже хорошо. Как говорится, копейка доллар бережет. Отъезжаем от винта. Сейчас надо быстренько домой по скоростной дорожке.
Ну вот что вам сказать. Вот в четырех точках я была, да. Вот так я себе запланировала быстренько. Все равно, хоть на машине, все равно я потратила 1,5 часа на это все дело. И я быстро это все провернула. Сейчас какие планы? Суббота, да? Я выходила на работу, немножко поработала. Были у меня резервы на этот день. То есть люди запланировали свой приход, позвонили предварительно. Я по субботам выхожу только вот из этих соображений. Если люди звонят или звонят, то я выхожу. Если нет, как говорится, звонков, я не выхожу. Так что вот так, пару часов поработала, заработала пару копеек и тут же их отнесла в магазин. Сколько у меня кругом бегом получилось? Наверное, долларов 200. Вот. А дневной заработок, ну, здесь средний, 100 долларов человек. Ну вот, глядя на то, что я купила, какую закупочку я сделала, вы можете тоже сделать вывод свой, что, в принципе, один день отработав, можно сделать закупочку на 2 недели. Вот. Сегодня обошлось без мяса, так как у нас есть в залежах. Вот. Но все равно я прошлась, видите, фрукты взяла, и десертик, и молочные продукты. Сейчас надо перестроиться. То есть сопоставить в день заработка 100 долларов. В один день ты покупаешь, допустим, овощи, фрукты, молочку, еще что-то вот вкусненько. А в следующий день на заработанные 100 долларов ты можешь накупить достаточное количество мяса, понимаете? То есть, вот делайте выводы. Я уже говорила не раз об этом, что здесь, в принципе, заработная плата и продукты достаточно дешевые, понимаете? Возможность хорошо питаться здесь есть. По одежде то же самое. Вот как-нибудь сделаем такой тоже выход. Что можно вот купить на 100 долларов? Пойдем с вами, не знаю, в DJ Max, конечно, в брендовые мы не будем заходить. Там только нужно попасть на скидки хорошие. Это в Крисмаске, как говорится, праздничные дни. Вот. Тогда можно шопинговаться, как говорится, по низким ценам можно что-то ухватить интересненько. А так пойдем с вами в DJ Max и посмотрим, вот что на 100 долларов за один рабочий день можно приобрести себе из вещей сезонных, допустим, да. Вот еще ремонты не заканчиваются у нас, дорожные. Тем самым ты планируешь одно на дорогу, я имею в виду по количеству времени, получается немножко по-другому. Но сейчас нет трафика, люди уже все, как говорится, по домам разошлись после короткого рабочего дня, поэтому, в принципе, это не играет роли, но все равно сам факт. Вот они все лето, всю весну они реставрируют дороги. Это тоже я на окраине, чтобы вы мне тоже не говорили, что за город. Можете видеть здесь, да, экраны, какие-то машины, грузовые. Это, как говорится, уже по окрестностям я еду. Чтобы вы не говорили, что где ты живешь, степь да гладь. Ничего интересного нет. Ничего интересного тебя не окружает. Ну, конечно, это же не Майами, девочки, не Чикаго, не Нью-Йорк. Понятное дело.
в том числе. А, конечно, когда только я училась, привыкала к вождению здесь, в Америке, то, конечно, я обходила все эти трассы. Было еще не с руки, была какая-то боязнь. Сейчас все поменялось, наоборот, я использую только вот такие гоночные трассы. Гоночные трассы. Чтобы было быстренько с ветерком. Ой, сейчас Дэл мне даст. Даст мне он ветерок. Хотя сегодня завтрак был поздний. Я что-то куснула, я никогда не завтракаю, девочки. Вот так беру себе какой-то бутербродик, сэндвич, и на работе перекусываю. Но сегодня короткий день, и я поэтому ничего не взяла, а уже 7 часов. И я, в общем-то, уже чувствую чувство голода, что нужно уже подкрепиться. Но сейчас я буду креветочки есть. А пиво. А есть одна бутылочка пива. Некогда даже выпить бутылочку пива. Вот что, ребята, хочу вам сказать. Постоянно я в работе, постоянно какие-то дела за рулем. Естественным образом, пускай она будет малоалкогольная, да, слабоалкогольная, но пить все равно нельзя и не рекомендуется. Поэтому выбрать, да, денек такой, чтобы расслабиться, как говорится, очень сложно. Так, что такое? Здесь дорога, там дорога. Еду за людьми. Сейчас мы будем въезжать, но это тоже, как бы говорится, не центр. Это новый район, но уже не окрестности, так скажем, уже не промышленный район. Сейчас повернем, если камера красивенько изобразит, как говорится, с высоты, не полета. Так, там что-то уже блинкает, сейчас перестроюсь. Вон там уже что-то, не знаю, или авария, или что. На понедельник, кстати, вот какие-то звонки у меня, типа с полицией, типа что-то я где-то нарушила. Вот на понедельник я хочу поехать, как говорится, в ГАИ. Вот, и поинтересоваться, есть ли на меня какой-то рекорд. Вот, узнаю, потому что я так подозреваю, что это с камер. Вот. Скам. Таких звонков было 2. Когда я ему говорю, мужской голос, я ему говорю, что повторите, пожалуйста, я не совсем вас понимаю, потому что мой язык my English language no original. Please say again about problem. Бла-бла-бла. И он такой: хорошего вам вечера. До свидания. Представляете? 2 раза вот так вот я, как говорится, потому что там безостановочно идет объяснение, и я не улавливаю. Смысл-то уловила, а конкретика. Мне нужна конкретика. Так что в понедельник поеду, узнаю. Пускай они мне распечатают, посмотрят мои, если есть какие-то нарушения. Вот, потому что моя знакомая мне сказала, что они, эти службы никогда не объявляют о каких-то нарушениях по телефону. Понимаете, вот так, как и с банками. Вот эти вот аферисты.
я говорю, да, я тоже так подумала. Поэтому надо съездить и узнать. Ну, я думаю, надо прощаться, потому что ролик уже достаточно длинный. Ну, вы любите ходить со мной по магазинчикам. Поэтому я думаю, что вы просмотрите, оставьте свои комментарии. Не забудете, как говорится, поставить пальчик вверх. Все это, девочки и мальчики, однозначно приятно каждому блогеру, который уделяет внимание каналу, который открыл канал. Конечно, каждому хочется и просмотры, и подписки, чтобы была большая компания. Вот, поэтому я вам благодарна за ваше внимание, за ваше время. Все, я заканчиваю. Всем мира и добра, как всегда, ребята. Прорвемся. Куда мы денемся? Мы должны, мы просто обязаны. Всем пока-пока.